Уже не первый сезон черно-белый принт на пике популярности. И мы постараемся показать, как перенести его на ногти. Вначале подготовим их. Нанесем базу для гель-лака, затем белый гель-лак в 2-3 слоя и перекроем его топом. После снятия липкости зашлифуем поверхность мягким бафом и прорисуем выбранный рисунок простым карандашом. Так он получится в дальнейшем аккуратнее и четче. В качестве линейки на ногтях очень удобно использовать все тот же баф. При помощи тонкой кисти для дизайна и черного гель-лака прорисуем линии, выполняя промежуточную полимеризацию. Для этого дизайна я прорисовала клетку и диагональные линии на ногтях. Далее закрасила получившиеся нижние треугольники каждого квадрата и после полимеризации спонжем с дезинфектором стерла остатки карандаша и еще раз прорисовала все треугольники. А после их полимеризации перекрыла их еще и глянцевым топом. Следующий вариант выполняется несколько проще. Основа та же, но все линии просто отрисовываются карандашом от руки и затем точно так же, как и в первом варианте, тонкой кистью для дизайна и черным гель-лаком. Графические черно-белые дизайны смотрятся очень эффектно, привлекают к себе внимание и сочетаются с любыми цветами. Ставьте лайк, если вам понравилось наше видео, и подписывайтесь на наш канал и наши группы в соцсетях.